Здравствуйте, мы Ягнята. Добрый вечер. Меня зовут Ганнибал Лектор, я психиатр. По прозвищу Ганнибал? Да. А к чему такая срочность? Вы сидите здесь уже давно. Хорошо, а при чем здесь Буффало Билл? Я считаю, рожать надо прямо сейчас. Каждая минута промедления смерти подобна. Но ведь я же психиатр. А я сварщик. Ну кого это волновало, когда нас выдернули на это мероприятие? Рожаем? Маша. Подождем немного. Ягнята должны помолчать. Ягнята, не мы, не ягнята. Сложно. Итак, меня вынудили показать 7 основных социотипов, которые представлены на этом мероприятии. Первый социотип – активист. Так, все быстро упали, отжались, быстро, быстро. Раз, два, раз, два, быстрее, быстрее, раз, два, раз. Второй социотип. Вика. Красавчик. Я позвоните. Третий социотип. Джек Дэниелс. Братан, ты меня уважаешь? Не понял. Ты говоришь, что я пси, ты в говно. Бля, это я, почему это меня? Мужики, вы чё? Блядь! Шухер, мусора! Волки позорные! Волки! Шухер! Маша, тихо. Не могу, это очень... Четвертый социотип. Кто я? Что я здесь делаю? Ладно, это было. Ну привет. Че, весело вам, да? Это Маша на парах. Да. Когда приходит. Хорошо. Помните, пахло сегодня, да? Думайте сами. Красавчик. Пятый социотип. Я царь. Я царь. Да. Я как царь пушка, только царь куратор. Ава мне. Ава. Расступитесь, хлопцы. Шестой социотип. Кавказ в душе. Вай, салам пополам. Я тут припаркуюсь, не обессудь, брат. Валейкум салам. Что? Ты мой рот оскорбил. Я с тобой колыб делил. Мобилу с камерой. Пожалуйста. Неправда. Верну, наверное. Ты слышу, говорю, больше. Седьмой социотип. Геймер. Привет. Я вчера играл в доту. Я играл на пути. Пошел в мид. Я думал, будет изи каточка. Это было все видно. Изи ГГВП. Но со мной на мид пошел какой-то чувак. И он просто слил игру. Просто тупо слил. Просто слил. Мы проиграли. Горит. За сим прощаемся.